Всем привет! Я приехала на наш любимый пляж Алиса Бич. Немножко расскажу о последних новостях моей жизни. Наверное, кому-то будет интересно. Муж прилетел неделю назад, в понедельник. Я к тому времени уже подала на развод. Сделала restraining order, smooth out order. То есть он должен был съехать из дома. К его приезду, вот, кстати, посмотрите, как американцы проводят выходной. Завтра выходной, Labor Day, то есть 3 дня, суббота, воскресенье, понедельник. Сегодня воскресенье. Народу, конечно, вообще битком, припарковаться было очень сложно. В общем, моего мужа дома встретила полиция, вручили ему restraining order и бумаги о разводе. И дали ему полчаса на то, чтобы он собрался и уехал. Он сейчас живет в гостинице, пишет разные угрозы. Кстати, да, вот многие его там защищают, что он бедный, несчастный. Обратите внимание, сколько людей вообще битком, правда? Смотрите. Многие его защищают, что вот, бедный мужик. Первое, что он сделал, когда узнал о том, что я подала на развод, restraining order, он начал звонить ВАЙС, это такая полиция миграционная, заявлять, что дома у него или у меня живут 2 детей-нелегалов, и их нужно срочно депортировать из страны. Вот. Это первое, что он сделал. Когда полиция уехала, он еще позвонил в immigration, сказал, давайте депортировать ее детей. Естественно, никто никуда никого не депортировал, потому что мои дети находятся в этой стране абсолютно легально. У них дети, пароль до апреля следующего года. У них в процессе рассмотрения все их петиции. Поэтому никаких претензий со стороны властей к моим детям быть не может. Более того, даже если бы они были действительно нелегалами, до 18 лет здесь детей вообще не трогают. После 18, если кто-то натравит, там какое-то правонарушение, есть риск, да, что могут депортировать. Но до 18 лет детей здесь не трогают, то есть им все. Бесплатное образование, питание, страховка. То есть детей здесь обеспечивают всем, так же, как и беременных женщин. То есть и беременных кормящих женщин с детьми до 3 лет тоже. Достаточно жарко было на этих выходных. 31-34 градуса. Но сегодня было облачно, поэтому не так сильно жарко. Тем не менее, обратите внимание, сколько сегодня? 4, да, сентября. Сегодня, кстати, 200 с чем-то лет Лос-Анджелесу. Забыла сколько, но, в общем, день рождения. 217 или 235. Точно цифры не помню. 200 с чем-то лет. Но мы не в Лос-Анджелесе, в Оранж-Каунте. Так, вспомнилось, что есть такая дата. Так что муж мой пока живет в гостинице. 19 сентября у нас слушание по restraining order. По разводу он начал мне угрожать. Не напрямую, а через моих родителей, переводя им на русский язык через Google, хотя они, в принципе, оба хорошо говорят по-английски, что он отберет у меня всю российскую недвижимость, хотя она была куплена до брака. Это все блеф. Более того, поскольку ему 55 лет, я ему теперь по гроб жизни буду выплачивать алименты. То есть не он мне, а спуссапорт, то есть алименты на супруга и алименты на ребенка я ему должна буду выплачивать теперь по гроб жизни. Вот такие дела. Я уже консультировалась с 3 адвокатами. В среду у меня будет консультация с еще одним адвокатом, все они бесплатные. В общем, я слушаю разное мнение, делаю свои выводы. На restraining order я буду продолжать настаивать. По этому поводу я еще обращусь в одну комиссию. Там женщина заболела, которая занимается этими вопросами. Во вторник я ей буду звонить. Завтра выходной, понедельник. Вот, так что вот такие дела. То есть мужчина, вместо того, чтобы как-то попытаться сгладить, там, принести свои извинения, там, как-то вернуть деньги, которые он у меня украл, он вместо этого предпочитает идти угрозами, да, вот как он привык жить.
что он всем угрожает, такие детские угрозы. Также он пытается как-то повоздействовать на меня, если он думает, что... Вообще, какой-то мужчина думает, что угрозами он как-то может удержать рядом женщину, то, сами понимаете, это глупо. Посмотрите, вот меня спрашивали, купается ли народ. Вот смотрите, народ купается, сегодня тепло, 4 сентября, все в воде. Это по вопросу о купаниях. Вот такие волны. Они немножко затаскивают, конечно, в океан. Но, судя по всему, вода достаточно теплая. Вот так вот народ. Кафешка. Я не знаю, эта кафешка что-то, по-моему, закрылась. Не вижу в последнее время, чтобы она работала. Так вот. Вот детвора резвится в волнах. А, какой красивый закат. А вот и наш закат. Красота, правда? Отдыхающие. Так, пора идти в обратную сторону. Так что, конечно, стресс. В Калифорнии развод длится от 6 месяцев одного дня. Считается с того момента, как ему вручили документы. То есть в понедельник ему вручили. И с этого момента минимум 6 месяцев. И то есть никто не возражает. Никто никаких претензий не имеет друг к другу. Ну, естественно, мой супруг будет показывать ноль дохода и при этом миллиарды расходов. И будет давить на то, что я должна теперь его до самой смерти содержать. Ну, это кто-то там писал, да, что мне повезло, да, что мне там подфартило. Вот по вопросу, что подфартило. Так что... Такой вот красивый закат. Народ фотографируется. Спасателей Малибу колоритных сегодня нет. Так что любуемся на солнышко, на пышечек. Такое семейное фото. Симпатичные, кстати, девушки. И такой вот пляж. Битком. Завтра, наверное, также будет. 3 дня выходных. Тут вообще шезлонги не ставят, а так вот привозят стульчики, палаточки. И так отдыхают. Закат народ снимает. Слышала, в Москве пару дней было тепло. Как это кто-то написал. Ну, немножко другое слово было. Повыпендривались и хватит. Там один день было сколько? 35 у вас? Кажется, да, в Москве. А на следующий день уже было плюс 10. Ну, солнечно. То есть я у себя в сторис в Инстаграм, конечно, вижу. И жару у нас здесь, в Сан-Франциско, сегодня 43 было. Представляете? И я думала, там прохладнее. Оказывается, нифига. В Бэй-Эриа там вообще просто нереально было сегодня жарко. Если у нас здесь прохладно, 34, несмотря на то, что мы южнее. На самом деле не было 34. По прогнозу 34, а по факту было 28. И поскольку были облака и ветерок, реально было не жарко. Вот вчера, позавчера было жарко. Такой вот закат. У меня ребенок уснул. Сейчас пойду отправлю старшую качаться на качелях. Она ее там караулит уже, наверное... Злится на меня. Он сказал, так, быстро. Я говорю, 5 минут, а я вам уже на 9 минут наговорила. Эту палатку мы уже видели. Вот, кстати, такие симпатичные домики на первой линии. Участок здесь стоит от 5 миллионов. Ну, дома, соответственно, не знаю, наверное, от 15 миллионов начинается. Зависит, конечно, от дома. Но чисто даже кусочек земли, это 5 миллионов на первой линии. Так, солнышко уже зашло. Желаю всем отличной трудовой недели. О, кстати, девушка с какой красивой фигуркой. Желаю всем отличной трудовой недели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!